Спартак начинает раскатываться от собственных ворот. Локтионов. Мимо Хохлачева. Так как будто бы Александр немного помешал. И вот опасный момент. Гусев и гол. Никита Гусев здесь свой шанс использует и выводит СКА вперед. 2-1. Проходит передача на Гусева практически под дальнюю синюю линию. Гусев в ситуации 1-0 против вратаря. Свой момент реализует. Удалось ему здесь раскачать Оскара Данска.